Русские новости. Продолжаем ликбез, на этот раз по экономике, о состоянии российской экономики кто только не говорит. Ну, привластные экономисты в основном говорят о трудностях, но и о больших успехах, можно сказать, о громадных успехах, в особенности в период правления Владимира Путина. Я лично не являюсь экономистом и поэтому должен пользоваться теми выводами, которые делают другие ученые, но прикладывать к этому свой собственный рассудок, свои собственные методики оценки тех или иных идей или цифр. И это позволяет более здраво рассудить. Путинское правление не привело ни к какому успеху. То есть нет вообще ни одного направления деятельности государственной власти, в котором был бы успех. Факт катастрофы мы видим, можно сказать, в своей повседневной жизни, но перестаем ощущать, если слишком часто смотрим телевизор и если очень хотим возлюбить начальство и ответно получить от этого начальства любовь к своим холопам. Я вновь использую книжку Сергея Юрьевича Глазьева, где он говорит об украинской катастрофе, но пишет на самом деле о российской. Вот тоже несколько цифр, вот эту цифирь надо знать. Ну, академику понятно, что надо знать, ему еще надо свободно оперировать с этой цифирью и как-то более подходить к теме с научной точки зрения, не столько с обывательской, как это часто бывает среди ученых, которые превращаются в публицистов. В данном случае я не вижу научной начинки в том, что написал Глазьев, но вижу публицистическую, в которой достаточно много важных цифр, которые надо еще раз огласить, чтобы не было сомнений в том, что экономическая катастрофа в России уже разразилась. Мы живем в состоянии катастрофы. Ну вот смотрим. Хотя по объему ВВП и производительности труда российская экономика вышла на дореформенный уровень 90-го года, по объему инвестиций в основной капитал она уступает ему на 40%. Это означает, что экономика в течение двух последних десятилетий работает на износ за счет чрезмерной эксплуатации производственных мощностей, созданных в советское время. То есть не создаем мы никакого экономического базиса, мы его только расходуем, зверски расходуем. Объем производства машин и оборудования на 40% ниже дореформенного. То есть то, чем мы производим товары, мы перестали производить. Износ основных фондов составляет, согласно официальной статистике, 50%. Но по оценкам экспертов, физический износ основных фондов во многих, в том числе базовых отраслях экономики, достигает 90%, что намного превышает предельно критические значения. Многие жизненно важные отрасли машиностроения и обрабатывающей промышленности фактически прекратили свое существование. Для машиностроения доля машиностроения в промышленности упала почти вдвое по отношению к предельно критическому уровню, оцениваемому Неправительственным советом национальной безопасности России, 25%. В целом доля обрабатывающих отраслей в промышленности упала на 9% ниже предельно критического уровня, оцениваемого в 70%. То есть все у нас в сырье, от сырья только мы получаем какой-то прибыток, и то практически все это сырье мы вывозим за рубеж. Доля импорта оборудования превысила критический предел более чем вдвое. Это также ведет к утрате способности страны к самостоятельному развитию и втягивает ее в неэквивалентный внешнеэкономический обмен. Глазьев констатирует отсутствие целенаправленной политики развития российской экономики. Я бы сказал, что есть другая целенаправленность – разрушение российской экономики, российской государственности и целенаправленная политика по уничтожению русского народа. В результате российская экономика, специализирующаяся на экспорте сырьевых товаров в обмен на готовые изделия, приобретает колониальные черты. Ну, соответственно, и правительство у нас колониальное, то есть враждебное основополагающим интересам большинства граждан. Это отражается в показателях доли сырьевых товаров в экспорте, которая существенно превышает предельно критическое значение, оцениваемое нами в 40%. Высокая доля экспорта энергоносителей относительно объема их производства, равная 2/3, отражает фактическую деградацию обрабатывающей промышленности. Механизмы денежной и валютной политики подчинили экономику России интересов экспортеров сырья и международного спекулятивного капитала, сделали ее критически зависимой от конъюнктуры мирового рынка. Эта зависимость усугубляется привязкой денежного предложения к приросту валютных резервов, вследствие чего воспроизводство российской экономики
направляется внешним спросом на ее товары и предложением иностранных кредитов. При этом одновременно с ростом валютных резервов и запредельным вывозом капитала увеличивается внешняя задолженность, становится за критической зависимость российской экономики от внешнего кредита. В силу объективных результатов проводившейся экономической политики экономика страны находится в запредельно критической зависимости от мировых цен на энергоносители и сырье и от иностранных кредиторов. К этому следует добавить офшоризацию прав собственности на ключевые российские предприятия, а также значительную долю депозитарных расписок в их уставном капитале, что в сумме дает по ряду базовых отраслей экономики до 60% доли иностранного капитала, что в 5 раз превышает предельно критический уровень. Это означает, что вся наша экономика принадлежит уже давно не нам, а мы все еще говорим «наши», даже «наши олигархи» говорим. Да? Особую угрозу национальной безопасности в условиях нарастающей глобальной нестабильности создает сложившаяся ситуация с регистрацией прав собственности на большую часть крупных российских негосударственных корпораций и их активов до 80% в офшорных зонах, где осуществляется основная часть операций с их оборотом. На них же приходится около 85% накопленных и прямых иностранных инвестиций. Это когда мы про иностранные инвестиции что-нибудь слышим, то мы должны точно знать, что это наши же собственные деньги, которые возвращаются из офшоров. Вот так создаются условия для поглощения переведенных в офшорную юрисдикцию российских активов иностранным капиталом. Фактически Россия уже не принадлежит гражданам России, не принадлежит российским собственникам. Все это уже иностранный капитал. Остался только малый и средний бизнес, который действительно является российским. Весь крупный бизнес, весь отдан иностранцам, переведен в иностранную юрисдикцию. Даже если формально за ними, за этими крупными объектами собственности числятся граждане России, на самом деле они работают уже на иностранную экономику и являются иностранными капиталистами, формально оставаясь гражданами России. Банки не обладают достаточными для развития экономики возможностями кредитования нефинансового сектора по отношению к ВВП. Соответствующий параметр в 3-5 раз ниже уровня развитых стран. Российская финансовая система является донором мировой экономики, отдавая свои валютные резервы во внешнюю среду под 2-3% годовых. Наши предприятия и банки привлекают иностранные кредиты под 7-8% годовых. То есть это прямая диверсия против нашей экономики, кем она организована? Но это все правительство Владимира Путина, это его правление, это его стратегия, как можно больше выкачать из страны и как можно больше отдать иностранцам. Поэтому всякие разговоры о том, что ведется какая-то суверенная политика, что Россия какую-то существенную роль в мировых делах начинает играть, это все болтовня. Все это, все эти действия подчинены только двум задачам. Это следовать интересам закулисных игроков, которые управляют кремлевскими марионетками, и разрушение страны, передача всех ее активов, всех богатств в иностранные руки. Цифры, которые приводит Глазев, об этом говорят абсолютно точно. Сложившаяся структура цен блокирует возможности простого воспроизводства отраслей обрабатывающей промышленности и строительства. Значительная часть производства убыточна или низкорентабельна, и это делает невозможным капвложение в обновление и модернизацию основных фондов. По доле инновационно-активных предприятий, доли новой продукции в общем объеме машиностроительной продукции и отношению расходов на неокр к ВВП российская экономика в 3-4 раза уступает уровню развитых стран, который в данном случае следует принять в качестве предельно критичного, потому что весь мир находится в состоянии кризисном, и вот этот параметр у нас ниже кризисного в 3-4 раза. Фактически прекращено воспроизводство российской экономики на научной основе, то есть не осваиваются новые технологии, мы работаем на уровне середины 20 века, в то время как передовые страны осваивают те технологии, которые будут определяющими в ближайшие десятилетия. У нас этим не занимаются вообще. Вся эта болтовня Дмитрия Медведева о всяких там инновациях, новациях, нанотехнологиях, это все для отвода глаз, это все было чистое вранье. И вот этот концерн Роснано, который возглавляет Чубайс, ну кому же еще его возглавлять, это просто воровская контора, вообще там ничего не делается. Там вот этот проект Сколково, это тоже сплошное воровство и сплошное забивание нам голов. Уже, видите, как-то про Сколково и перестали говорить. Такой суперпроект, прям ничего, это пустое место.
То есть эти люди, которые сидят в Кремле, они даже не в состоянии какой-то развернуть масштабный проект, который был бы хоть как-нибудь значим для текущего развития экономики. У них все превращается в болтовню. Под эту болтовню выделяются деньги, и всяким авантюристам эти деньги даются только для того, чтобы распиарить эти проекты, и потом они просто забываются. Но уже практически никто не вспоминает ни про Роснано, ни про Сколково, а больше ничего и нет. Доля России в мировой наукоемкой экономике снизилась до маргинального уровня, то есть исчезла, ее просто не существует. Показатели прироста производительности труда в 6 раз отстают от предельно критического значения, установленного с учетом необходимости преодолеть отставание российской экономики в обозримой перспективе. То есть мы отстали от остального мира навсегда. Ну, если только он сам не полетит, тартарары. Но мы вместе с ним полетим уж заведомо, наверное, с большей скоростью, чем все остальные. Также Глазев констатирует отрицательный вклад системы управления в экономический рост. То есть, если бы Россия не управлялась, российская экономика вообще бы не управлялась, то она бы развивалась быстрее, чем в нынешних условиях, когда к этому прикладывают свои грязные руки чиновники. Вот чиновничество путинского призыва, это уже в значительной степени это не ельцинские чиновники. Там, как ни странно, еще от прежнего режима сохранялась хоть какая-то совесть, хоть какой-то профессионализм. Сейчас нет вообще ничего. То есть, выращенная Путиным управленческая группировка – это самые настоящие враги России, которые разоряют ее просто дотла. Все противоположные разговоры – это просто соучастие в этом разграблении в враждебной к России деятельности. Поэтому, господа путинисты, вы являетесь врагами России и, конечно же, русского народа, всех коренных народов нашей страны. В результате неудовлетворительного состояния системы управления коэффициенты полезного использования ресурсного потенциала России более чем вдвое ниже предельно критического значения, включая коэффициент использования сельскохозяйственных земель. То есть, если бы мы вообще ничего не добывали и ничего бы не сеяли, то, наверное, бы жили лучше, потому что как только мы этим начинаем заниматься, страна получает огромный ущерб вследствие того, что посредником в этой деятельности всегда является чиновник. Ну что тут еще? Глазев пишет про то, что необходимо освоить новый технологический уклад, потому что именно он даст колоссальное преимущество на следующей волне экономического развития мира в целом. Там большие, вот это есть теория больших волн. Вот одна большая волна закончилась, поэтому мир пришел в кризис, потом будет следующая волна. Но я во все эти волны не верю. В свое время познакомился с публикациями, все эти циклы, там, кондратьевские, еще не знаю какие, все это чепуха, конечно, там никакой доказательной базы нет. Вот, есть просто ощущение, нужна какая-то теоретическая позиция, вот на ней все и стоят, что будет. Ну, конечно, будет следующий этап роста. Или не будет, или вся цивилизация загнется, просто этот кризис будет развиваться дальше, глубже, глубже. Вот. Но то, что Российская Федерация с экономической точки зрения погибнет даже в том случае, если весь остальной мир выйдет из кризиса, это однозначно, потому что никакого вложения в новые экономические уклады в Российской Федерации не существует. И даже старые экономические уклады подорваны тем, что практически перестала финансироваться наука, перестали финансироваться высокие технологии. И идет сплошной поток вранья, дезинформации подавляющего большинства граждан, которым по телевизору показывают какие-то странные устройства и говорят о том, что вот это вот передовой, самый передовой уровень современных технологий. Но когда упал самолет над Синаем, который взорвали, в конце концов, об этом говорили, но для того, чтобы это скрыть, вскрыли другую правду о состоянии российского авиапрома. Фактически он при Путине уничтожен. Производство российских транспортных гражданских самолетов уничтожено. Хотя уровень российской транспортной авиации был самый высокий в мире, самый высокий. И сейчас, когда сравниваются параметры с теми пассажирскими лайнерами, которые теперь закупаются у нас постоянно за рубежом, мы видим, что на самом деле российские лайнеры советского производства и немножко постсоветского были лучше. Но все это уже все в прошлом. Уничтожены производственные мощности, уничтожена школа, технологическая школа. Все утрачено. Утрачена способность России быть авиационной державой. Это значит, что очень скоро мы утратим и космические технологии, потому что там происходит то же самое. Грабеж, уничтожение, отсутствие вкладов в научные разработки, в новые технологии. Все происходит
только в одном направлении. Путин и его компания систематически уничтожают Россию как государство, как суверенную экономику, как суверенное политическое образование. Это колония. Надо признать, что мы живем в колонии. И над нами поставлено оккупационное правительство, враждебное всем нашим интересам. Пока большинство граждан не осознает это, как минимум 5% населения должно активным образом сопротивляться, а 50% активным образом отвергать на уровне мировоззрения нынешнюю систему, пока этого не будет, не будет и освобождения. Мы будем уже не страной даже третьего мира, вот как говорили о нас, верхняя вольта с ракетами. Теперь мы уже даже не верхняя вольта. У нас кроме ракет ничего больше не осталось. Никакой национальной гордости. Мы живем хуже, чем африканцы, понимаете? Ну вот этого никто не может осознать. Все думают, что мы по-прежнему великая держава. Нет, мы не великая держава. Мы даже уже не региональная держава. Вот кроме оружия в нашей стране больше ничего нет. И на это нацелена как раз деятельность нынешнего правительства, нынешнего правления. Всех пугать этим оружием и разворовывать страну. Вот все эти рекламные акции с оружием, это же реклама. На параде там вывели вот эти макеты странных сооружений на гусеницах, какие-то самолеты там пролетели, пируэты показали в воздухе. Вот это для чего? Это рекламная акция для граждан, чтобы они считали, что все в порядке. И Сирию побомбить пустыню, это тоже в порядке вещей, чтобы все думали, какие мы крутые, какая у нас крутая авиация. Ну, конечно, когда против тебя никакая авиация и никакой ПВО не действует, тогда можно бомбить пустыню, показывать, как стратегические бомбардировщики сбрасывают крылатые ракеты, как бомбы сыплются, как здорово, и отчитываться, сколько штук, сколько коровников мы там разбомбили. Ну вот надо понимать, что такое Сирия. Нет никакой войны по фронтам, нет фронтов, поэтому кого вы бомбите? Разбомбили там нефтехранилище, а на нефтехранилище там что, одни бандиты, одни боевики, что ли, работают? Главное, чем хотелось бы заключить этот короткий ликбез – ориентация тех, кто нас слушает, на понимание глубины кризиса, в котором мы находимся. Глубина – это уже запредельно. Выхода из этого кризиса практически не предвидится. То есть гибель России вот, по всем параметрам, которые мы огласили, предрешена. Рано, поздно предрешена. То есть Россия уже находится на уровне самых бедных и самых малоразвитых стран человечества. До этого ее довели Ельцин и Путин, два абсолютно равнозначных правителя, хуже которых в российской истории не бывало. Не бывало. Все разговоры о том, что нынешнее правительство хоть в чем-то успешно, является пропагандистским враньем. Поэтому мы, русские патриоты, русские национал-патриоты, националисты, должны стоять прочно на одной позиции. Нынешняя система власти, управления не жизнеспособна, она должна быть изменена кардинальным образом. И граждане, в особенности те, кто продвинуты в понимании политических вопросов, должны быть готовы к кардинальному изменению всей системы управления, в том числе и народного представительства, формирования правительства и так далее, и так далее, и так далее. Правовой системы, кардинальные изменения, только кардинальные изменения, совершенно идущие вразрез с привычками, которые у нас сложили в течение многих лет, считать вот это правильное, а это неправильное, может привести к тому, что мы спасем Россию. Национальная диктатура, а не демократия. Вот система правления, которая может спасти страну. Никакого социализма даже рядом не должно быть. Все мысли о социализме – это мысли гибельные для нашей страны. Как и о капитализме. Все эти разговоры про противостояние капиталистов и социалистов – это от лукавого. Национальная диктатура. Национальное государство как следствие реализации национальной диктатуры. Русское государство, оно спасет всех, не только русских, но и всех, кто проживает на территории нашей страны, спасет нашу экономику. Национализация. Не тотальная национализация, не тотальный грабеж большевистского типа, а национализация крупнейших отраслей, крупнейших предприятий, ключевых отраслей промышленности, которые были захвачены иностранцами, как мы уже сказали. Все это должно быть обращено в государственную собственность, но управлять должны не чиновники,
нынешние чиновники должны быть почти все поголовно, по крайней мере, до какого-то уровня, сверху до какого-то уровня, должны быть отстранены от власти с запретом чем-либо когда-либо управлять, с запретом на предпринимательскую деятельность, с запретом на исполнение каких-либо должностей в государственной службе. И туда должны быть направлены совсем другие люди, которые будут осуществлять меры национальной диктатуры. Это целый комплекс, мы о нем поговорим отдельно, тоже в порядке ликбеза, чтобы люди понимали, что такое национальная диктатура. Это не произвол, это жесткий закон, это реанимационные меры в экономике и в политике. И они необходимы сегодня просто как воздух. Уничтожение олигархии и национализация всей ее собственности, именно олигархии, не предпринимательского сословия, а олигархии, то есть людей, которые изменили национальным интересам России и фактически стали иностранными капиталистами. Вот программа русского национального движения. Все остальные уклонения – это изобличение вот этих уклонистов либо в глупости, либо в сотрудничестве с русофобским враждебным нам режимом. Давайте мы не будем подчинять свое мировоззрение вредоносным идеологическим доктринам и вредоносным организационным формам, в которые толкают русское движение. Никакого социализма, никакого бесцельного брожения с флагами, только ориентация на формирование русских национальных организаций, сплочение их в коалицию, желательно в ту, которая уже создана и имеет определенный опыт сотрудничества, и продвижение к русской национальной диктатуре, к русскому национальному государству.